От гімназії до нашої музикальної школи такий невзрачний залізобетонний сплошний забор. Там промишлена зона, вот оно, ну опять же, що будемо робити з цим забором? Просто його покрасимо или что-то придумаем. 34 пролета. Что? Ну, у меня такая мысль, идея. А давайте мы вот социальную рекламу сделаем. И мы этих 34 пролета поделили каждой организации. Вот как с этими скамейками, да? Вот тебе, тебе, тебе. Ну, смотрю, тишина. Так все думают, кто первый начнет рисовать. А я же каждое утро объезжаю, смотрю, что там кто-то начал, кто-то еще раскачивается. Хорошо, значит, другую задачу ставлю. Вот 34 пролета. И подписывайте каждый пролет, да? Вот условно, РОВД, вот тебе два. РОЧС, там, коммунальник, образование и так далее. Все расписали. И вы знаете, настолько все зашевелились и начали быстренько впрягаться в эту работу. И оно же видно даже, вот когда оно подписано, кто там в последнюю очередь, да, это сделал. И такая вещь классная получилась. Вот 34 пролета, и они все с социальной рекламой. И сегодня ребенок этот, идя в музыкальную школу, ну конечно же, обратит внимание на то, что там это плохо, это зло, там телефон этот, школа молодая. Ну, вот они такие картинки получились, вот, ну, просто как 3D. А самое главное, что мы выявили тех художников, которые есть у нас в районе, и которых можно потом нагружать какой-то еще дополнительной работой.